Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фликс, Данжер Сити, ой, Данжер Черри, стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте, и мы скачали для вас, ну и для нас тоже, классный мод, Black Flash, короче, просто Flash. А тут уже есть у нас разные скорости, и оружие даже, которое транквилизирует мою скорость. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, давайте, только я ухожу за здание, и как только я появляюсь, можете мочить со всех орудий, которые у вас есть. Надеюсь, у вас все получится. Так, все, я выхожу. Давайте просто попробуем. Сначала у нас даже скорость пишется в этом моде, встроенный, не знаю, скорометр, спидометр. Я бегу с скоростью 18 километров. Так, с обычной скоростью я пробежал всего-навсего очень мало. А сейчас? А, уже тяжело попасть? Да. Давайте, попробуйте. Вот, я буду вот так пробегать, прям через вас. Смотрите, флеш бежит. Со стороны прикольно, да, смотри? Кто-то упал. Эй, ты чё? Плохо, у меня нет оружия. Вот это ускорение просто какое-то нереальное. Чё, пацаны, не можете попасть? Димас, почти сложно попасть вообще. Так в этом и есть смысл. Что по мне попасть не столько нереально, насколько это возможно. Хотите, я вам сделаю вот так вот? Давай. Замедление времени тут есть. Ой, что-то аж подлагивает у меня. Убил все равно? Да. Офигеть, это было прикольно в замедлении, аж жопу выставил. И что, долго так буду валяться? Ах, замедление осталось? Да. Пацаны, мне нравится, что можно забагать так игру. А я бегаю с замедлением. Да ну блин, я головой... Прикольно, мы теперь можем замедлять игру, как мы хотим. Такого у нас еще нет. Я его добавлю реально в коллекцию, пусть будет. Все, сейчас уберу замедление. Ну что, давай, попробуй. Подлец. Блин, это сложно, вообще невозможно. А ты чем целишься-то? А, снайперка. А, так ты надо таким оружием, которое более глобальное стреляет. Ну ладно, пусть так будет. Я слышу, как пацаны стреляют очень так вроде бы как рядом. Но они попадают. Воу, красиво я прыгаю. И в воздухе могу замедлить время. У-у-у, от головы оттолкнулся. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что мы записываем очень классные моды и постоянно что-то новенькое. Четыре процента осталось. Вот-вот и кто-то убьет меня. Ага. Когда рядом бегаю, да, скорость вообще нереальная. Мне же непривычно, что надо такую быстрой мышкой водить. Давай, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Кстати, просто надо было нам скачать еще мод, ой, скин на флешу. Но у нас сегодня Спайдермен в роли флеша. Ой, это было рядом. Кстати, у меня жизни пополняются, когда я за него играю. Офигеть. Уже 36 хп. Блин! Я хотел в последний момент как-то отбежать. Кстати, возьмите оружие, покажите, что вы можете транквилизировать мою скорость. Попробуйте попасть тем пистолетиком по мне. Вот так буду бегать. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, я в тебя верю. Прям между вами буду, пацаны, пробегать. Смотрите. Псих. Плохо не могу бить еще в это время. Ой, было бы жирно. Могу убить? Да. А как? Так же. А как же подсрачник? А, ты меня попал по пузу. Блин, красава, попал. Дайте я отдохну немножко, я устал. Вы меня сильно мочите. Так, хорошо. Да блин, красавчик.
Так, эксперимент, стойте внизу, попробую с крыши на скорости спрыгнуть и сколько я пролечу. Вот с этого пятачка. Ага. Воу! Ух ты. Комета, да, пацаны, была какая-то? Да. Хотите еще раз так запилю? Сейчас. Давай. Наблюдайте, псих летит с крыши. Прям так классно, красиво выглядит, желтый вот этот. Да? Да. А ну побегай, давайте кто-то еще самолет флешем. Хочу вместе с кем-то давай побегать. Я. Давай я. Давай ты, давай. Фликс, погнал. Ничего. Ой, прикольно, прикольно. Красава. Ой. Теперь все в замедлении будут. Прикольно. Офигенно это состоит. Так непривычно это все. Говорит, смотри, сегодня у нас новом амплуа. Я даже вижу, как пули летят. Это реально да, круто. Да, да. Фоу, можно уклоняться. Офигеть. Новый опыт. Гонки в замедлении, да, сделать? Ну чё ты? Кто там? И просто... Ай-яй-яй. Офигеть. Меня еще... А ты можешь тоже замедление времени включить? Замедлиться еще в два раза? Не знаю. А ну нажми на правую кнопку мыши, нажми. А, ты А, все, все, я понял. Ты включаешь, а я отключаю. Да. Ну прикольно, что больше нельзя. Блин, плохо я не могу реально бить, было бы классно. Ой-ой-ой. Кстати, вы знаете что? Это не все. У нас есть оружие, которое намного быстрее, чем флеш. Давай проверим. Короче, ты оставляешь себе флеша. Все, пацаны, прекращайте мочить. Сейчас я покажу оружие, которое у нас есть реально, которое намного быстрее, намного. Надеюсь, оно вам понравится. Оно отключает замедлюху. Что там за флеша играет у нас? Так, берем оружку. Так, 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 сейчас. У нас есть тут оружие очень классное. Вот, вот. И называется оно... Правильно. Gordon Secret. Ну как у меня скорость? Давай проверим, кто быстрее, ты или я? Стой. Стой, стой, давай. Стой. Реально у меня быстрее, ребята. Давайте, ребята, будем проверить. Давай отсюда. С бордюр. Давай, от стены прям. Раз, два, три. Кто быстрее? Димас. Еще раз давай. Раз, Димас. Два, три. Мне кажется, одинаково. Не-не-не, ты быстрее. Я быстрее? Да. Да. Офигеть, ребята, у нас есть оружие, которое намного быстрее, чем флеш. И, кстати, это оружие может бить. Смотри. Ой, извини. Ого. На. Ну что ты? А на правую кнопку мыши я не могу, да, замедлить? А то было вообще жирно. Да. Ну бегаю я очень быстро. Воу, не странно. Офигеть, я в воздухе лечу, видели? Да. Ой, а что теперь делать? Офигеть, у меня след остается за мной. Еще разок. Насколько высоко могу подлететь? Офигеть, я считаю... Не, ну до небоскреба не достаю, но высоко. Так, это я. Это я. Очуметь. Ну что, пацаны, вы готовы сейчас за флеши повыживать? Да. Давайте. Продолжение следует. To be continued. Флеши даже можно на небоскреб забраться. Давайте, надеясь на вашу интуицию, вы сможете. Замедление подрублю, пацаны. Чтобы было эпично. Я вверх. Давайте, пацаны, у вас есть реально шанс побежать вверх. Воу, это реально круто смотрится, как он по стене, да, бежит? Прям анимацию запилил разработчик и полетел вверх. Даже я не успеваю просто подлететь, как они. Ну? Круто. Так, ладно, давайте назад возвращаем скорость. Пусть спадает волна эта. Я наравне с ней падаю.
Вот это цунами было. Ладно, сейчас, как всегда, мы сделаем что-то очень эпическое. То, что вы любите. А любите вы мощные взрывы. Это все любят. Ну чё, Флэш, вы готовы умереть достойно? Нет. Давай. Как это нет? Надо выжить. Кстати, вы очень быстрые, вы можете убежать. Я не буду скидывать много бомб. Раз, два, три. Три бомбы летит. У вас есть реально шанс выжить. Вот смотрите, все живые? Да. Все живые. Сейчас этот, 20 бомб. Живые? Нет, кто-то умер, стаканчик не вывез. Офигеть. Хорошо, давайте сбросим что-нибудь горящее, такое, знаете, прям поджечь все. Вот я не помню, вроде бы вот это вот с горящим эффектом. Надо лупашить в одно место, тогда они разбрасываются сами в небе. Вот, в разные стороны прям. А, это нет, это какашки какие-то. Горящие находятся в вот этом паке. HB Bombs. Вот. Вот она. Сейчас будет все гореть. А, не. Это не... Это... Ого, даже я умер. Чё это за бомба? Почему он себя выжил? Ого. Такой эффект от неё офигетительный. Вот так, значит, вы со мной. Хорошо. На. Ребята, я успею улететь, по-любому. Флэши, выживайте. Давай. На. А чё вы живые остались? Я живой. Да как? Я же такую мощную бомбу лупанул. На тебе еще. Не надо. Да нет, там три бомбы скинул. Небольших. Больших. Ого! Вот это мега эпичный взрыв. Чё, живые? Да. И мне осталось 16. Живые. Мне 100. На, попей. Ой. Ну как? Пойдет? И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!